И еще из новостей дня. Экспорт сельхозпродукции – важная статья доходов российского бюджета. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев на совещании, которое прошло на ВДНХ. В прошлом году, по словам премьера, объем зарубежных поставок в сфере агробизнеса составил почти 21 миллиард долларов, что превышает средства от военно-технического сотрудничества с другими странами. Чтобы успешно продавать за рубеж, нужно и производить, и перерабатывать по стандартам стран-импортеров. Они, кстати, разные. И есть специфика в зависимости от того, на какой рынок мы пытаемся зайти. Учитывать их требования по качеству и безопасности сельхозпродукции, а иногда просто традиции, включая религиозные традиции, значит, нужно предусмотреть все это в качестве условий в нашем законодательстве. Причем сделать новое экспортное регулирование удобным и понятным для сельхозпроизводителей, чтобы оно стимулировало агробизнес зарабатывать на внешних рынках.